Минске открылась международная конференция, посвященная теме научно-технического прогресса в сельскохозяйственном производстве. Взаимодействие науки и практики в аграрном комплексе обсуждают ученые из 9 стран. Этот первый международный форум собрал специалистов из России, Казахстана, Монголии, стран Прибалтики, Польши, Украины и Молдовы. Особый интерес вызвали разработки научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства. На сегодняшний день специалистами центра создано порядка 170 единиц техники, которые освоены производством и востребованы на рынке. Особым спросом пользуется белорусская зерноуборочная техника, агрегаты обработки почв, раздачи кормов, также биогазовый энергетический комплекс. Новые разработки сельскохозяйственных машин и оборудования в Беларуси ориентированы на интеллектуальное сельское хозяйство. А главная задача – удешевить стоимость сельхозпродукции. Это возможно в том случае, когда по всей технологической цепочке будут работать высокоэффективные машины. С этой целью в Беларуси реализуется стратегия повышения уровня энергооснащенности агропромышленного комплекса. Главная задача – выйти на среднеевропейские показатели затрат на производство сельхозпродукции. Сегодня белорусскую сельскохозяйственную технику поставляют в 60 стран, выпускают весь шлейф техники. Для сравнения, 20 лет назад в стране выпускалось не более 15% от необходимого количества машин. Экспорт планируют расширять, ставка на инновационную технику.